Здравствуйте, я пришла на вашу программу, чтобы найти своего единственного мужчину. Наталья, 23 года. Ради своего возлюбленного бросила работу и друзей, была готова на все, чтобы создать счастливую семью, но месяц назад после очередной ссоры ее выгнали из дома. Наталья рано осталась сиротой, сейчас временно не работает. Занимается воспитанием ребенка. Увлекается конным спортом, любит отдыхать на природе и танцевать. Мечтает выйти замуж раз и навсегда. Для Натальи внешность мужчины не главное. Выйдет замуж за честного и порядочного брюнета, который будет искренне любить не только ее, но и маленького сынишку. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Ничего, что вы одна, мы вас будем поддерживать. Угу. Вам 23 года. Сколько ребенку? 4 месяца. С кем сейчас он? Сейчас оставила с бабушкой. Ты как к детям относишься? Прекрасно. К детям я отношусь прекрасно. А к чужим? Я знаю, что вы рано осиротели. Да, я маму потеряла, когда мне было 4 года. Она попала под электричку на станции Салтыковская. Страшное место. Да, там часто люди гибнут. Послушайте, ну вот местное же есть население, но если люди гибнут, ну можно же как-то к властям, не знаю, достучаться, призвать их. Ну есть же СМИ, есть же телевидение сегодня. Я знаю, что случилось несчастье с девочкой 23 лет, знакомой вот моей подруги на телевидении. Ну и ведь там поставили какие-то оградительные щиты, по-моему, да, предостережения какие-то, не знаю, что там сделали. Там поставили только светофоры, и на этом все. Что-то поставили, сделали видимость, больше ничего. А папа? А папа с нами уже тогда не жил, он умер, когда мне было 8 лет, и умер от рака. Но я это, можно сказать, переживала, но не очень сильно, потому что я его на тот момент очень мало видела. Угу. И рядом с вами была бабушка, это да, мамина мама, да? Да, бабушка ну, и бабушка, тетя. Наверное, молодая еще? 70 лет уже. Понимаю, ей очень тяжело, она одна осталась фактически да, в этой жизни. В принципе, да. Без мамы. Конечно, нужно пристроиться быстрее. Почему так рано ушли из дома? Что заставило? Работать рано начали? Я училась в институте, когда я ушла из дома. Ушла я в 20 лет. Начались у нас отношения с молодым человеком, и я думала, что это как раз те отношения, когда одни на всю жизнь, и мы всегда будем вместе, и у нас будет семья, много детей. Но вот... Вы так думали, фантазировали, девочки? Когда вы думаете, вы свои как-то сопоставляете фантазии с желаниями мужчины, хорошо? Потому что мы себе можем нафантазировать, не бог не весть что. Мужчина должен сказать, я прошу от тебя ребенка. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, хозяйкой моего дома. Если вы этого не слышите, не надо придумывать себе того, чего нет. Боязнь взять ответственность, по большому счету. Не хочет жениться. Ну, ответственность ну, у нас вообще. 90% вообще не хотят жениться. Не жениться, они только хотят только одного. Не знаю. Он говорил абсолютно все, что вы сейчас сказали, кроме того, что я хочу, чтобы ты стала моей женой. Он не хотел жениться. Сначала жениться, а потом детей. Да, ну вот он не хотел жениться. Изначально он мне об этом говорил, но я думала, то, что пройдет время, ну, он придет к этому. Ну, простите, ребенка просил, да? Или... Так получилось. Так получилось? Это просто вы забеременели, да. Потому что безграмотно. Но он был рад ребенку, когда ему сказала об этом. Он сказал, что мы оставим его и будем его воспитывать. И все ну, ребенок нормально. Родился, кто из роддома встречал? Он встречался из роддома с родителями. А девочка хорошая, она сильная, она столько пережила и при этом ну, абсолютно адекватная. Он купил дом, когда мы начали с ним вместе жить. Но ведь он тоже был очень молод. Откуда у него деньги были на дом? Он очень рано начал заниматься бизнесом. Ну, сколько ему было на тот момент, когда вы родили и стали жить вместе? Это 24 года ему было. Ему было 24. Вы продолжали учиться? Да. Бабушка вас как-то напутствовала, говорила, Наташ, не по-людски это, но сначала он должен прийти ко мне и попросить твоей руки. Ну что же это, вы такие молодые, уже портите себе жизнь. Ну что это за сожительство? Вам что, по 50 лет, что ли, чтобы сожительствовать? Бабушка была очень против, мы много раз по этому поводу с ней разговаривали. А что ей в нем не нравилось? Мужчина, нет, она была против того, что мы живем не в браке, и то, что ребенок у нас рождается не в браке. И пока мы с ним жили, я тоже поняла то, что это неправильно. И я ждала, пока он придет к этому шагу. Никогда не придет, вы можете ждать до второго пришествия. Какой он был отец, какой муж гражданский? Ну... Сначала я подумала, что он будет очень хорошим отцом, и он очень рад был, когда встречался с роддома, но... Это вот... опять вы подумали, сами к такому заключению пришли. Он будет хорошим отцом. Вот просто вам приснилось так во сне, наверное, будет хорошим отцом.
Но он говорил, что он хочет этого ребенка. Он говорил, что он его уже любит. Я не знаю, откуда вы такие инфантильные беретесь. В 23 года я уже так соображала, как молния. И за маму, и за брата, и за всех. Почему? Бабушка не досмотрела, там все-таки надо было зарабатывать. Слушай, это. За тобой много смотрели. Давайте так честно. Родители работали круглые сутки. И что, Ларис, мой крым-рым, знаешь, извините, мне тоже покоя не дает. В 50 лет только поумнела. Вот я и говорю, за нами, что ли, много смотрели. Ну, как-то соображали мы, не знаю, воспитывались на какой-то литературе, понимали, что это грех, это плохо. Да ладно, моя мама вообще не знала и ничему не учила. И 100 ошибок бы, наверное, я бы отказалась, если бы вот учила. Главное, что вовремя пришла, все-таки 23 года. Да. Просто витала в облаках, придумала себе историю, что он говорит одно, а на самом деле сделает другое, что он ее любит, несмотря на то, что он говорит, что он ее не любит. Почему расстались? Он вам изменял? Нет, он не изменял, но... Он вас выгнал, не просто вы с ним расстались, он вас выгнал с вещами, с маленьким ребенком. Просто мне не давало покоя то, что мы никак не можем расписаться. И я в чем-то, может, сама немного виновата, потому что я начала капризничать, и у меня иногда были истерики, потому что мне не устраивало... Мне не устраивала жизнь просто такая, то, что мы не расписаны. Ну вот, конечно, правильно. А вас устроил, когда он сказал, не учись, не работай, сиди дома? Вы знаете, я сделала большую ошибку, когда не пошла работать. И я понимаю это сейчас. И на тот момент я поддалась этому и думала, то, что так оно и будет всю жизнь. То, что мой мужчина работает, я в доме уюдела. А вы сидите дома, ногти пилите, да? Нет, я также я делаю все по дому. Я создаю уют. А дом-то большой был? Ну, два этажа, три этажа. Два этажа, но не очень большой, нет, небольшой. Ну, убираться-то все равно два этажа-то. Ну, да. Наташ, как случилось, что он вас выгнал с ребенком? На фоне того, что у нас уже не складывались отношения, потому что мне это не устраивало, я ему открыто говорила об этом. То есть вы его запилили, да? Да, я его, скорее всего, запилила, да. И в итоге пришло все к тому, что я сказала уже сама, что я не могу так больше, надо что-то с этим делать. И он сказал, мой дом, моя крепость, ты здесь никто, вот дверь, пожалуйста, вызови мне газель. Наташа, вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот он чей-то сын? Вот вы считаете, что он вам испортил жизнь, а родители вашего мужчины считают, что вы ему испортили жизнь. Понимаете, вы оба безответственно поступили. Он вас замуж не звал, ребенка не просил. Вы к нему приехали, потому что ему так удобнее было спать. Бабушка должна была не просто вам запрещать ноги выдернуть, на будущее всем, боже мой, пока в ногах не будет валяться, умолять, не затащит вас насильно в зад. Ларис, не делайте первых шагов, потому что получится вот такая история, как с Наташей. Я согласна, но я не согласна только с другим. У меня тоже, собственно говоря, сын, и позиция моя вроде как правильная, но я даже сыну своему сказала, ребенок родится, все, игрульки закончили, нравится мне невестка, не нравится, внук, и те родители тоже должны понять, это их внука выгнали на улицу. Ладно, я же не говорю, что это прекрасный поступок с его стороны. Ужас. Пускай вот они послушают, посмотрят, и стыдно будет. И внуку, для внука хоть что-то сделать. Не надо для невестки, Наташа, для внука. Вы не выглядите несчастной, замученной матерью. Когда моему ребенку было 4 месяца, я выглядела как курдянка. Я была ужасная, потому что я только хотела спать. Больше ни о чем. Вы прекрасно выглядите 4 месяца. Вы кормите ребенка груди? Уже нет. Уже нет, да? А у вас много времени. Вот на что вы сегодня живете? Скажите, вот у вас дорогой маникюр, я вижу. У вас ухоженные волосы. Нет, мне просто это интересно, как женщине. Думаю, боже мой, я прожила столько лет, а дуры-дуры. Вот хочу вас спросить. У меня были некоторые скопления, на них я сейчас живу. А откуда они эти у вас накопления? Ну, пока мы с ним жили, я какие-то деньги... Подтыривала маленько, не складывала. Не подтыривала, нет. И правильно делала. Ну, правильно, да. Все так девушки, в принципе, поступают с парнями. Если... вашей истории читать, то он вас выгнал и дал вам на дорогу 30 тысяч рублей на памперсы и молоко. Недавно с ним еще встретились, он согласился, что он будет платить алименты какие-то. Он состоятельный человек, да? Ну, выше среднего у него доход, но не очень. Ребенку дал фамилию? Да, дал свою фамилию ребенку. Выше среднего доход, дал 30 тысяч на памперсы. И на дорогу. Тоже парадокс, да? Скажите, вы на что надеетесь? Что он сейчас вас увидит, увидит его родня, и совесть его заговорит, и он к вам придет? Вернуться я к нему не вернусь точно, и у меня уже у самой к нему чувств не осталось. А потом, знаешь, когда тебе говорят, что ты никому не нужна с ребенком, вроде бы испортил девчонку, и теперь не нужна никому. Он что, изнасиловал? Не изнасиловал, но ниже плинтуса опустил. А мужчины, которые сегодня пришли бороться за вас,
они имеют право на любовь. Вообще все парни, все мужчины имеют право на человеческое отношение в свой адрес. Так же, как и мы, женщины, они тоже люди. Поэтому очень бы не хотелось, что мужчина, которого вы выберете, станет заплаткой в ваших прорехах жизненных. Нет, такого то, что не будет вы точно. Накосячили, понимаете, а он должен залатать. Если мужчина вас будет любить, а его нет, он поймет, что вы его будете использовать для того, чтобы поднять ребенка, чтобы самой как-то выправиться, да, за его счет, он вам начнет мстить. И я буду на стороне мужчины. Лариса, полиция нравов. Я хочу узнать в сухом остатке, что у вас на сегодняшний день есть. Образование. Вести. А, работа. Нет, я когда сейчас с пойдете? Ребенком. Как только он пойдет в сад, я планирую пока на... В 5 лет он пойдет в сад, нет, вы будете 5 лет не работать? 3 года. Но вы знаете, что сегодня масса работы, которую можно на дому. Да, на дому я смотрела работу на дому через интернет, уже рассматриваю такие варианты. Смотри, ну она так настроена, она прям готова, бодренько. Решительно. Да, прям очень бодренько. Какой мужчина должен рядом быть с вами? Вот вам 23 года. Молодого я не хочу, потому что, а почему ему нужно портить жизнь? Молодого я и не рассматриваю. Молодого больше. Нет, вдовца. У которого будут уже дети. Вам такой нужен? А если есть дети, то это прекрасно. Я не против этого. Да, потому что мы должны нести ответственность за свои погрешности, за свои ошибки. А я считаю, что вы допустили ошибку. Значит, молодого человека я вам не советую. Не надо ему портить жизнь, потому что у меня сын. Я бы, например, не хотела. Сейчас усы тебе наклеим. Усы, бороду. Пойдем. Я не считаю, что мой ребенок – это ошибка. Это ваш ребенок. Если мужчина полюбит меня, то он полюбит и моего ребенка. Не ребенок, ошибка, Лариса. Я не это имела в виду. Имела в виду совершенно другое. Речь о том, что вы, в общем, пустившись в эти отношения, идя на поводу своих инстинктов, запустили мощный механизм, который вашу жизнь разрушает и будет теперь воздействовать в любом случае на окружающих. Ему за что? Бессонные ночи, зубы, которые лезут. Тут родной ребенок родного отца. Ой, Ларис, ладно, совсем напугали девчонку. Нет, не напугала. У нас приходили, я хочу, с тремя детьми брали. Да. Нет, на самом деле, лет 35, наверное, я бы рассматривал уже все со стороны бизнеса именно. Если я вкладываю, как бы, то это максимум может быть красота, да? Если мне уже нужно с кем-то жить если в 35, то я точно молодую не взял бы. Стопудово. Ну, не знаю. Если бы я была мужчиной, я бы взяла молодую. Я, в принципе, считаю, что вам рано пока с 4 месяцев. Но, с другой стороны, как карта ляжет, поди знай, что может случиться. Да? А я вот, Наташенька, так скажу. Знаете, наверное, нам Господь посылает вот тех плохих мужчин, чтобы мы, когда встретим хорошего, а по поступкам определять будем, поняли, какой все-таки, как, что этот мужчина нам в дар дается. Сегодня вот выбираем того, кто на сердце ляжет, и кто готов, да, вот при таких условиях взять на себя такую ответственность. Родной, не родной, как говорится, но зато вы в будущем будете очень благодарны, как раз, может быть, и будете воспринимать это как дар. Не наше это дело, моя задача буду. Сейчас пропиарю. Звезды. Звезды говорят, что вам нельзя планировать мгновенное замужество. Вам нужно побыть в отношении романа, в отношении отношений просто. Это поможет и мужчину не обременять вот этой всей семейной истории раньше времени, которая ему, может быть, не нужна. Это позволит и вам раскрыться, встать на ноги. Конечно, каждый из нас проживает свою жизнь как личную, но вы представляете собой такой очень интересный феномен. Те девочки и мальчики, которых растят бабушки, рано выходят замуж и женятся. Потому что бабушки, именно старшее поколение, они все время чувствуют потребность, ну, как бы сбыть с рук, пристроить. Тогда как это старшее поколение должно было бы заботиться о том, чтобы ребенок встал на ноги, доучить, обрести самостоятельность и независимость. Я считаю, что образование у вас уже есть. Вам осталось только сделать какие-то шаги, чтобы действительно самой встать на твердую почву. Рассчитывать можете только на себя. И в ближайшее время влюбленность может быть, но может быть еще одна беременность. Будьте, пожалуйста, осторожны. Ты у нас такой мужчина, такой оркестр, в бой. Вот, она такая вот, такая милая, хорошая девушка. Вполне. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Наталья. Встречайте первого жениха. Удачи. Наталья, меня зовут Денис, я очень рад нашему знакомству, и когда я увидел вашу фотографию, мое сердце растаяло. Ой, это спасибо вам. Большое, спасибо. Какая красота. Боже, спасибо. Разные были букеты, но вот такой прелести да. Еще не видели.
Такой невестинский прям букет. Невестинский, да? А это вот... Мама, я знаю, что вы любите живые цветы. Ой, мой мальчик, какая прелесть. Боже, какой запах. А главное, посмотри, какие шнурочки. Цветы, чтобы радовали. Видите, лето, солнце. Не будет работать в точном магазине. Лето, солнце, позитив. Да. Позитивный. Чтобы лучше вас узнать, давайте на экран посмотрим. Денис, 28 лет. Совладелец ивент-агентства. Любит экстремальные виды спорта, увлекается рафтингом, дайвингом и коллекционирует спичечные коробки. Ему не нравятся девушки с переизбытком косметики на лице и силикона в теле. Гордится своим сыном и мечтает о дочери. Очень рано стал отцом, но семейная жизнь не сложилась. Роман с одноклассницей тоже потерпел фиаско, а третья романтическая история так и не закончилась свадьбой. Надеется, что с Натальей у него все получится. Молодец. За свои 28 лет наколбасил столько, на 5 жизней хватит. Ну, так получилось. А сколько родил? 17 мне было. Умница. Даже, я бы сказал, поздновато. Слушай, Борис, мы с тобой засиделись, девка. Да, что засиделись. Родители были против, на самом деле, того, чтобы родился наш сын. А они против, что вы его делали каждый день, этого сына? Но то они есть это не было знали. Можно. Мы были молодые, мы еще только... Вы были дети, называется. Ну да, мы еще только не поступали. А вы сказали, хотим ребенка, а на что кормить, где жить, как воспитывать? Это уже второй вопрос. Ну, в 17 лет немножко по-другому смотришь на жизнь, нежели ну, когда спустя годы. Где ребенок? Ну где? В корзине с игрушками. Где все игрушки, туда и ребеночка сверху положить. Нет, ну мы справлялись. Мы справлялись. Да мы где даже, жили-то? Мы даже жили отдельно от родителей, от ее, от моих. А в школу ходили? Снимали. Не в школу, я уже в институт ходила. Mm-hmm. Ну, я уже в институт поступил. А на что жили? Но мои родители помогали mm-hmm. на тот Молодец. Момент. Справлялись, говорили. А что случилось-то? Нет, ну, почему расстались? Ну, там была немножко такая запутанная история. Ее лучшая подруга рассказала мне, что в то время, когда мы с ней встречались, она уже сделала аборт. От кого? Нет, дело не в этом. Во-первых, сказать, пошла отсюда вон, я еще твоей подруге скажу, чтобы она тебя на порог не пускала никогда, а ты пошла вон отсюда. Кому вот это пир. Вот этой подруге, которая пришла с этой этим известием к вам. Ну, вы были таким малолетним дебилоидом, конечно, вы эту всю информацию съели, пришли руки в боки и сказали, ах, ты такая рассекая. Ну да, я пришел разбираться, узнавать правду. Это оказалось правда, она в этом призналась абсолютно Даже верно. Если это правда, это было до... Того? Нет, это было в момент того, когда мы встречались. А зачем вам эта правда? Вот вы думали, зачем? Как вы с этой правдой будете жить? Будет ли от этого более счастливым ваш ребенок? А подруга, ты сейчас жива? Да. Я думаю, что она несчастливая. Я думаю, что она несчастливый человек, и думаю, у нее будет с большими проблемами складываться ее личная жизнь. Ну, я не знаю. На будущее вам. Нашел – молчи, потерял – молчи. Знаете что-то? И держите при себе эти свои знания. Потому что по вот таким историям уже не одни отношения расстались. Вы понимаете, что кроме злобы этот человек вам ничего не желал? Зачем вам нужна была эта информация? Слава Богу, Господь ей после того аборта дал ребенка этому. Ну да. И вы, выяснив отношения, что это правда? Да, выяснили отношения, и после этого как бы я не смог с ней жить вместе дальше. А родители ваши? Родители мои как бы все-таки стали на мою сторону. Да, мама, наверное, гнебочно крутила, да? Угу. Как обычно в этом возрасте бывает. А кто вам вот такого червя сомнения в ваш организм вселил, что и этот ребенок мог быть не от вас? Я сам себе, наверное, вселил, потому подумали, что, на... что да, я сложил в тот момент те факты, которые были, которые я знал информацию, все, что она тогда сказала. Как же вот той гадюки, да, спится и живется после всего этого? Да не спится, я думаю. Ну даже, ну ладно, она свою получила, а вот вы-то как? Нет, я ж в том-то и дело, что я предложил сделать ДНК, да, то есть я предложил ДНК, мы не сделали. Она сказала, пошел вон. Она наотрез отказалась. Молодец, девочка, браво. Молодец. Только потом, когда ребенок подрос, ну, вы да. видели, что это ваша копия, да? Да. А, ну это вот бразильский сериал, прям, честное слово. У тебя родинка есть тут? Ага, вот ты мне брат, вообще дочь, сын. Молодец вообще, настоящий мужчина, правда? Молодец. А уж как вы второй девушке сделали предложение, так думаю, боже мой, где это он такое вычитал? Нет, это не вычитал, это мои идеи, которые, ну... Были такие моменты. Ну, расскажите, моменты. Пришли вы в театр однажды?
Нет, но само действие, как бы мы с девушкой встречались довольно-таки долго, и я решил сделать предложение. Для этого я снял театр, договорился со знакомыми, что мы закрываем театр на один день, когда не было съемок, у них были просто репетиции. То есть я созвал массовку людей, которые заполнили, небольшой, там человек 60 было, 70. Ну, им тоже надо было заплатить, их тоже надо было уговорить. Нет, это были друзья, знакомые. Хорошо. Все было так. Мы распечатали билеты, сделали, мне там помогли, мы это все организовали. Но сам замысел был то, что когда в театре мы сидели, я говорю, я сейчас схожу в буфет буквально за водичкой. Когда я ушел, вся массовка ушла вместе со мной. В этот момент гаснет свет, включается музыка и открывается занавес театра, где играла живая музыка и стоял стол. Мы там провели какое-то время, посидели, пообщались, и в этот момент я сделал ей предложение. Она приняла, естественно? Да, она приняла предложение. Свадьба состоялась? Нет, не состоялась. Почему? Свадьба. Мы хотели пожениться, то есть моя была идея пожениться. Она предложила, что сначала давай поживем немножко, еще чуть-чуть вместе. Мы тогда когда учились. Женщина говорит, давай сначала поживем вместе, не распьюсь, значит, она замуж за вас не пойдет никогда. Мне кажется, он хочет только вот так нахрапом взять, вот на сцене, вот та-та-та-та-та-та-та, вот букет цветов, ты такая вот прекрасная женщина, выходи за меня замуж. Вы такой спринтер на короткие дистанции. Есть такие мужчины, которые делают такой изумительный пробег, вот конфетно-букетный. 4,5 года. Ну, за чего-то не хватало. Потому что в семейных отношениях, вот как ни странно, да я даже не могу представить сейчас, было бы мне приятно выложенные цветами, там, Лара, ой, я тебя люблю. У меня было... Или там что-то, я не думаю. Для набросал меня... там 50 роз на этот, со съемки приходил. Говорит, первая мысль, убирать сейчас это все придется. Я так устала, как говорится. Знаете, не всегда ваши... Я хочу вам сказать... Вот такие вот бытовые кружева, когда вдруг тебе вовремя салфеточку, вовремя тебе чай, понимаете? Когда тебе подушечку говорят, не надо, ты пойди погуляй с подругами, а я сам там справлюсь. Понимаете, вот в отношениях, что если 4 года, это семейные отношения, они гораздо важнее, чем вдруг единоразово раз так поразил. А дальше женщина же все время ждет, а что будет за этим, а что будет дальше? Ну, а куда? А там начинается вот один раз дело, а дальше быт. И она ждет же 4 года, ждала, видать, повторения такого, ничего не дождалась. Да вообще, поэтому... это девушка с крепчайшими нервами, Ларис, потому что если бы все выходили из зала, я бы подумала, что задымление и пожарная тревога, я бы тоже вышла. Ну вот массовик-затейник. Да. Ты у нас Бэтмен, понимаешь? Бэтмен. Надо там денег заработать, там что-то там дом купить, там дерево посадить, там, не знаю. Да и силы для этого есть, понимаешь? Вот. А вот третья ваша романтическая история? Третья романтическая история у нас была немножко посерьезнее. Тут было предложение немножко такое в несколько этапов, да, то есть первая доставка была ей на работу цветов с милым презентом и с письмом, где я описал свои чувства к ней, с маленькой цифрой, которая оканчивалась письмо, которое она должна была запомнить. Второй момент был, мы украсили ее машину возле работы, и в этот момент подошел незнакомый человек, передал ей сюрприз, где была цифра. Потом гаишник, да, нас остановил. Но четвертый я оставил на потом, то есть в самый последний момент. То есть у нас с друзьями было мероприятие, поехать на море погулять, знаете, покупаться. Про потом, да? Лежит старый еврей, уже умирает 7-й день, собрались все родственники отовсюду, и уже его приходят в комнату. Ну, на третий, на четвертый день уже все как-то повеселели немножко. Дедушка, привет, и убегали. И вдруг тот умирающий дедушка чувствует запах из кухни рыбы. Зовет внучка и говорит, иди скажи бабуле, рыбки хочу. Внук прибегает, через минуту сказал, а бабушка сказала, рыб на потом. Нет, сама идея была, чтобы она забыла про эти цифры, про эти презенты, про все. То есть мы приехали на море, а я увлекаюсь дайвингом, и она как бы разделяла мои увлечения. И сам замысел был погрузиться в море и найти сундук. Эти цифры вели к тому, что сундук надо было открыть этими и цифрами. И там что было в сундуке? В сундуке было кольцо. И вот у нее стресс, что она в этой маске, акваланг, воздуха не хватает. Она не ту штуку, она себя не помнит, как зовут. Она должна эти цифры вспомнить в один пальчик. Она нормально под водой себя чувствовала. А если бы она не вспомнила, действительно, предложение? Ну, я бы подсказал. Нет, я бы подсказал бы. Ну, короче, она там нашла кольцо. Да, кольцо. Там были подготовлены таблички, которые я достал. Я ей показал, как бы, что я хочу, чтобы ты была моя единственная, выходи за меня замуж. Супер, женился, на что она мне ответила, окей, на знаки дайвера. После этого нет.
Почему? Ну, а перегорел уже, что дальше интересно? Нет, а это было интереснее, чем свадьба. Почему перегорел? Нет. За месяц до свадьбы она ее решила с октября перенести на апрель. А покажите на знаке дайвера, окей. Как на языке дайверов будет «нет, я не выйду за тебя»? Вот если бы она отказалась. Вот так. Всплываю. А если бы не нашла? Цифры не вспомнила, что не было. Не судьба. Не судьба, да, получается? Сюрприз покажите. Наталья, моя жизнь – это праздник. Я хочу пригласить на этот праздник жизни тебя. Ой, спасибо. When I play the maracas, I go chick-chick-boom, chick-chick-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crash, I'm gonna get straight. When I start to dance, everything goes chick-chick-boom, chick-chick-boom. Слушай, ну он ее еще на полголовы ниже. Нет, мой диагноз нет. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to chick-chick-boom, chick-chick-boom, chick-chick-boom. Спасибо вам огромное, вы нас развлекли. Парни, идите со своим другом в комнату. Спасибо вам. Как вам? Справился с этим? Как тебе девушка? Очень замечательная. Девушка вообще супер. Наташа, как вам жених? Произвел впечатление? Он необычно такие он сюрпризы делал своим девушкам. Я такого не встречала никогда. Конечно, интересно про все это послушать. Но все равно для меня странно. Тоже не могу понять, почему до определенного момента они с ним были вместе. Потом он делал эти сюрпризы, и они расходились. А потому что каждой женщине хочется серьезного мужчину. Серьезного и надежного. И каждый из них понимали, что вот он, вот в этом все то, что чик-чики-бум, понимаете, вот там будет все клево. Ну, да, вот а вот дальше уже... Чик-чики-бум, да? Я не согласен. Нет, на самом деле да, немножко в отношениях немножко все равно другой. Он действительно спринтер, как многие мужчины овны. То есть такие бегуны на короткие дистанции. И женщины интересуют короткое время, и отношения занимают, пока какой-то первая радость не улетучилась от отношений. Я могу сказать, что у него сложная судьба с точки зрения личной жизни. Он переживет несколько периодов. Бурная молодость, достаточно серьезная зрелость, и отношения серьезные будут, безусловно. И потом опять снесет крышу. Наверное, на пятом десятке или около того. Вот, может быть, счастье для вас заставить его... До 50 лет не выходить замуж? Как раз наоборот. Прямо сейчас нужно надо. Нужно ловить сейчас, пока... А в 50 лет она что будет делать одна? А что, ты хочешь поставить на нем совершенный крест? Я считаю, что женщина... Нет, просто... Да ладно, пусть порезвится на старте. Если отношения подарят даже 10-12 лет спокойствия, счастья и стабильности, это уже немало. И, может быть, за это время она сумеет его убедить в том, что вот это только лучше. Только если это такой сама себя слышишь... То есть выходить замуж и ждать этих 52 лет? Да что, мне тогда сказать сейчас, Лариса, что да Денису нельзя вот доверять до 70, что ли? Что сил не хватит 50-то? Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Наталья. Встречайте второго жениха. Удачи. Привет, Наташа. Привет. Очень рад с тобой познакомиться. Взаимно. Надеюсь, наше общение в дальнейшем продолжится с тобой. Пятый. Вы слышали, что он сказал? Я не понял. Я тоже не понял. Привет, Наташа. Бонд, Джеймс Бонд. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Вы с кем? Я пришел с своим братом Борисом. Давайте на вас посмотрим. Денис, 33 года.
IT-менеджер в крупной торгово-производственной компании. Имеет высшее военное образование, увлекается дайвингом и танцует аргентинское танго. Мечтает жить рядом с морем и заниматься научно-преподавательской деятельностью. Познакомился со своей возлюбленной на работе. Вместе стали заниматься танцами и говорить о свадьбе, но после совместной поездки в Испанию Денис честно признался, что не готов жениться на ней. Надеется, что с Натальей все будет иначе. Денис, скажите, а что, это такой своеобразный тест, вот проверка? Умеет девушка танцевать танго, значит, с вами по жизни? Нет, абсолютно нет. Просто танго, оно очень имеет прямое отношение к повседневной деятельности, ну, жизни, так сказать. То есть, если, как бы, в танце мужчина и девушка ведут диалог, да, они общаются. Мужчина, он ведет, то есть он выполняет свою, играет свою естественную мужскую роль, он ведет в танце. А девушка его слушается. Вот. И насколько хорошо, она... а если они эскимосы? Они даже слово танго никогда не слышали, а другие девушки думают, что танго – это нижнее белье. Что им делать тогда? Просто они обречены на одиночество, что ли? Нет, просто им жить и наслаждаться жизнью тогда. Вы танцуете танго? Пару раз пробовала. Ой, а может быть, протестируем прямо сейчас, чего мы будем тянуть, правда? Amargamente estoy viendo pasar mi destino. Танго – это танец все-таки, на мой взгляд, да, чисто на мой взгляд, это танец двух влюбленных людей, близких людей, как бы, они еще мало знакомы. Ay, si yo pudiera, como escaparía de este circo, todo es tan difícil, cuando una carta se da mal. Luchando para hacerme un lugar. Ну, вообще, это можно умереть от ревности. Если ты знаешь, что твой мужчина 2-3 раза в неделю ходит и танцует с кем-то... Так вот, она и умерла от ревности. Она поставила же Денису условия. Нет, она или она, или его это увлечение. Не умерла от ревности, потому что мы вместе занимались танго. Но она вам запретила. Ну, не то, что запретила, просто предложила, давай не будем ходить. Ну, соответственно, я согласился. Представляешь, пойти на какую жертву, любовь всей его жизни, танго, отказаться? Но это не спасло ваши отношения? Ну, абсолютно не спасло. Видимо, это было что-то другое, что уже какой-то механизм был запущен. А вот что это за ультиматум, который вы ставите женщине? Сначала какой? Ребеночка роди, а потом я женюсь на тебе. Ну, ультиматум вот я девушкам не ставлю. В принципе, она была согласна на эти мои условия. Сначала родить, потом зажить. Откуда? Да, а зачем? Планировали. Вот интересно. Почему? Ну. Если родит, то что? Видимо, у меня была какая-то внутренняя интуиция по поводу того, вообще, ну, сложится у нас совместная вообще жизнь, да, будут ли у нас совместные дети. Угу. Видимо, как-то я это внутренне чувствовал. И, соответственно, предложил ей такие условия. Ну, не то, что просто предложил. Я никакие ультиматумы не ставил. А если бы родила, женился бы? Обязательно. То есть, проще говоря, вы рассматривали брак с ней как форс-мажор, только в крайнем случае. Эту фразу следовало переводить так. Я на тебе, в принципе, не планирую жениться, но уж если так случится, что ты забеременешь, ну тогда да. Она не могла еще найти общего языка с вашей семьей, да? Возможно, моя мама была не очень за наши отношения. Почему? Ну, как-то ей эта девушка не очень понравилась. Почему? Чем? Ну, своим там внешностью, своим поведением. Вот это вот, ну, таким каким-то закрытым общением, то есть, ну, не хотела особо общаться, идти на контакт, не была открытой для нее, да? То есть, будущая свекровь говорит, ну, пойди помоги мне, да? Да, она как бы... А она, значит, ну, сидит, ну, как-то молчит. Вот, да. А давай, говорит, там, Активности не было от нее, с ее стороны, эту маму, ну, немножко раздражала мою. Вот, соответственно. Ну, и любую маму раздражала. Возможно, да. Я пытался ей это объяснить. Ну, было несколько конфликтов. Я думаю, что ваши отношения уже ничего бы не спасло. Вы, в принципе, были готовы... Ну, в принципе, я был готов, ну, как бы это я увидел и, соответственно, угу, как-то пытался это Нет, все наладить. Нет, вы просто не были ослеплены, вы уже не любили так, потому что многие мужчины по царству пусть оставляют титулы, меняют на свою любовь. А вы говорите. Просто не любили уже, поэтому... А вот ребеночек у нас, ребеночек, куда приведем, где жить будем? Роза,
маме Дениса не понравилась девушка, потому что она ходила неприветливая, там ничего не... А тут он сейчас приведет барышню с маленьким ребенком. Сама-то хоть понимаешь, чем спрашиваешь? Не, ночью всякое бывает. Да, да. Как ваша мама обрадуется? Даже для этого я тебя растила, дурака, до 33 лет, пылинки сдувала. А с ребенком, смотрите, какая ситуация. В принципе, я, конечно, понимаю, что я уже достаточно взрослый человек, да, и мне может понравиться девушка как с ребенком, так и без ребенка. Это естественно. Вот, с ребенком, конечно, я готов принять, у меня есть своя жилплощадь, собственно говоря, нет особых проблем, где жить. Она, конечно, не очень большая. Ну, скажем так, вы не мечтали о женщине именно с ребенком. Одна комната. А вообще большинство, конечно, мужчин мечтают. Нет. Просто я пытаюсь тактично выразить мысль Дениса. Да, он говорит, что он теоретически был бы готов. Хочу вас дополнить еще. К тому, что, смотрите, как бы я рассматривал девушку, если с ребенком, то мне, конечно, хотелось бы, чтобы это была девочка у нее, потому что мальчика я хочу своего. Вот, скажем так. А возраст какой? Два мальчика будут. Два мальчика. Ну, она совсем маленькая. Ну, конечно, можно рассмотреть такие варианты. Нет, а если он растет с женщиной, с девочкой, то девочке хорошо, чтобы было лет 18 уже так. Ну, просто мальчик – это продолжение рода мужского чужого. Начала. Да, а, соответственно, чужой мальчик – это чужой род. Ну, я думаю, что может она его выбрать. Видишь, он брюнет. Давай, короче, подсчитывать. Значит, брюнет – раз. Высшее взрослый – взрослый – два. Ну, высшее образование, если у человека нет высшего образования в 33 года, тогда я испанский летчик. Я так думаю, что пока вас устраивают такие недолговременные встречи. Почему так считаете? Ну, как-то не знаю, мне кажется. Ну, просто если вы там обращаете какую-то внешность, там, не знаю, аргентинская танго навевает вам такие мысли, то я уверяю, вы серьезный, ошибаетесь. Да? IT-менеджер. А чем вас за последний год женщины удивляли? Вот что вы считаете в женской природе пока еще не до конца познанным для себя? Или с чем не можете пока смириться? Или уже все, в общем, понятно? Нет ничего удивительного? Ну, в принципе, наверное, склоняюсь к второму варианту, да, то есть уже, как бы, ну, в силу своего все возраста... Все более-менее ясно. Более-менее ясно, да, я понимаю, что хотят женщины, я понимаю, что хотят они от меня. Вот, мне нужно найти такие гармоничные отношения, где мы друг друга бы дополняли и, соответственно... Спасибо, Денис. Я знаю, что вы хотели для нашей невесты какой-то подарок сделать. Да, совершенно верно. Наташа. Я хочу тебе подарить сертификат на посещение 3 бесплатных уроков аргентинского танго. Спасибо. Это большое, обязательно пойду. Партнер у тебя уже есть. Спасибо. Партнером проблем нет. Спасибо, дорогой. Вот так будет всегда. Понимаете, мужчина, у него нет опыта общения с детьми. У него нет опыта общения с женщиной, у которой есть маленький ребенок. Вот оно вам танго, это надо? Это как, знаешь, козий велосипед называется. Ну, ради интереса я бы сходила. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Поцепились к танго. Ой, да. Поцепились только с танго. Как вам, Денис? Яркий изначально производит хорошее впечатление. Красивый. Но моего ребенка не примет. Скорее всего. Тем более он сказал то, что сын... Согласна. Жалко, да, мне тоже понравился, но озвучил. Ну, вот, конечно, уходил с темы, так он это пытался быть... Нет, а потом, Рос, ты разве не видел, что вы не станцевались? Вот в самом начале была проверка. Вы не станцевались, вы Снегурочка, а он горячий парень. Заморочились они насчет танго, я не понял, зачем они заморочились так сильно. Ну, это просто хобби, это просто увлечение. Что они прям... Его вообще тяжело довести до ЗАГСа. Не потому, что он не хочет жениться, а потому, что не хочется расставаться с привычным укладом. Более того, женщина, с которой он долго в отношениях состоит, ему тоже может надоедать. И все время какие-то новые эстетические красивые формы прельщают. Поэтому мне кажется, что в его случае увлечение танго скорее от эстетства, а не от того, что он огненный, страстный мужчина и желает как-то это реализовать. Поэтому мне кажется, что здесь вы могли бы найти общие точки соприкосновения. Он вот такой же холодноватый в сердцевине, как и вы. Но это не мужчина вашей мечты, потому что в нем не было драйва, напора, задора того, который вы бы ожидали увидеть. Короче, клеймо на меня поставили, да? Впереди у нас третий жених. И, возможно, выбор своей судьбы не пропустите.
Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Наташа, встретиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Наталья. Привет. Это вам, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Людмила. Александр. Я хоть и русый, но, в принципе, любого брюнета переплюну. Спасибо большое. Пожалуйста. Улыбка до ушей. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. С кем вы? Это моя подруга Анастасия. Очень приятно. Давайте сразу посмотрим. Александр, 21 год. Директор отдела продаж в креативном агентстве. Учится на лингвиста. В детстве занимался вокалом и актерским мастерством. Катается на роликах по ночному городу и поет. Гордится службой в армии и мечтает оставить свой след в истории. Александр рано стал жить самостоятельной жизнью. Со своей возлюбленной они строили серьезные отношения, но когда он ушел в армию, девушка не стала его ждать. Надеется, что Наталья готова к семейной жизни. Саш, 21 год. Ну зачем жениться? Жизнь так прекрасна. Зачем вам это? Именно потому, что она прекрасна. Я считаю семью как одну из основных позиций вообще в жизни мужчины. Обычно браки, которые случаются в 20-21, в студенческое время, они потом... Послушай, Денис обладает каким-то опытом в данной области. Саша, вот однажды на какой-то вечеринке вы познакомились с девочкой, да? 14-летней. Да, мне 16 было. У вас начались отношения? Ну да, мы, в принципе, очень долго общались. Вот, все было вполне прилично, все было хорошо. Вот, какое-то время, можно сказать, даже жили вместе. Вот. А родители ее знали о вас? Естественно. И вы ведь с ней провстречались долго, 4 года до вашей... До... А нет, 2 не года, 4. Когда вы ушли в армию. Да, да, да. И она обещала вас ждать? Да. Но прошел месяц, да, да, другой. Да, да, 2 месяца, ну и все. И она вам написала? Да. Мое сердце свободно. Нет, от тебя, не так, Саша. Не так. Там немножко по-другому было. Наши жизненные интересы, они расходятся. Повзрослела вот девочка. Может быть, да. За 2 месяца. А когда вы вернулись, не пытались ее разыскать? Я, ну, как бы, я не люблю предательство, во-первых. А во-вторых, я наоборот, я все вещи, которые оставались, я просто отдал и все. Такая девушка, как она, реально хочет вот 21-летнего хлопчика из Рязани сейчас? Ребенка еще одного? Хороший парень, прям не верится, что 21 год. Хотелось бы, чтобы было побольше. Да, хотелось бы, конечно, хочется, чтобы было побольше, но вот что я сейчас вижу, мне очень нравится. Правда, вот хороший парень, и прям чувствуется. Да и вы оживились тоже. Да, это да. Вообще, есть сожаление, что наделали ошибок? Не ребенок. Ребенок не бывает ошибкой. Нет, это, наверное, какой-то опыт. Пусть не очень хороший. Вам нужен этот опыт в вашей жизни? У меня с сестренкой различие 18 лет. Ну, разница в смысле. А с братиком 16. 14, вру. Вот. Так вот, ну, с детьми я прекрасно общаюсь. Я не против. Только за. Мамина радость. Такое возможно. Мамина радость, да. Пока вы еще не обожглись, пока у вас нет, да, какого-то ужасного опыта, ревновать не будете, беситься не будете, будете как данность. А что, ребенок 4 месяца, и привыкните к нему, и вырасти как своего. Правда? Я сказала, вот когда мы сидели. Правда, Настя, ну а что? То, что в этом возрасте, все-таки, когда еще чувство имеет место быть, да, то есть когда не 35, не 40, все-таки можно. Скажите, а не погаснет ребенка? Он рядом с Наташей? Наташа как-то такая девушка инертная, мне кажется. Об этом мы тоже говорили. Правда? Вот, правда, да. Вы представляете, мы сидели, вот именно это обсуждали. То, что я сказала, что Саша, по-моему, человек-оркестр. То есть он говорит, я Бэтмен, все, я мужчина-Бэтмен, я вот это смогу, так это я заработаю. На помощь. Да, и на помощь, но правда, то есть несмотря на его возраст, он очень такой как-то мудрый такой, постарческий, я вам так скажу. Заводи машину, мы уезжаем. Знаете, я когда вижу таких парней, как вы, мне вот эти стенания по поводу молодежи, какие вы, какие мы были, и какие, это, мне кажется, не имеет к действительности никакого отношения.
есть среди вас такие классные ребята, вы, например. Спасибо вам. Спасибо огромное. Тоже сюрприз. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужно и быть с тобой. Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космос», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков. У нее сейчас все новое, она сейчас от всего получает удовольствие. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой. Спасибо! Настя, хороший у вас друг. Ребят, ну ваше время истекло. Теперь ждите решения Наташи в своей комнате. Спасибо вам большое. Ну здорово. Воу, вообще. Ну я слегка это... Нет, ты молодец, вообще супер. Ну я постарался. Ну я вижу, что он вам понравился. Да, понравился, хороший парень. Правда, не по годам, умный, умен, мне кажется. Что можете ему дать, чтобы не сломать ему жизнь, вы? А чем я могу сломать ему жизнь? Ребенком? Почему ребенком? Кто вам сказал повиснув ребенком? Повиснув тяжелым грузом на шее, не давай. Я не буду грузом, я не собираюсь быть грузом. Собираюсь дальше сама так же развиваться, работать. Куда вы будете развиваться? Я говорила уже. С кем будет ребенок пока? Кто вас будет кормить? О чем вы говорите? Представляете, сколько проблем у 21-летнего пацана? Будешь растить дитя? Конечно. Ну, а как? А как? Вы тоже имеете право на счастье. Но мне не хотелось бы, чтобы Александр на вас женился. Я считаю, что это неверно. Я тоже считаю, что это неверно, я с тобой согласна. Хотя здесь астрологически действительно есть явная совместимость, и совместимость прекрасная, то есть они договорились бы. Но, к сожалению, к этой совместимости прилагается еще и разный багаж опыта, и разные перспективы. И я считаю, что это несправедливо ни по отношению к вам, ни по отношению к нему. А в жизни вообще несправедливость. Из двух зол надо меньше выбрать. Она на зло не... Но иногда человек, Роза, иногда человек должен сделать первый шаг и начинать думать не о себе, а о своих ближних. Да, да кто не думал с 4 лет-то, а? Кто? Ничего, пускай хороший парень подумает, что здесь плохого? Но они считают себя таким юнцом, которым, видишь, надо полетать, повеселиться. Интересно, если я лет через 20 останусь таким же, они точно так же будут считать? Наташечка, не с кем вам посоветоваться, вы пришли без подружек, без друзей. В большинстве случаев это и хорошо. Потому что умная подружка начнет хитрить, а дурного вам совета и не нужно. Сделали свой вывод? Да, сделала. Как я и говорила в начале программы, вам нужен взрослый человек. Первый Денис, 28 лет, без особого такого тяжеленного прошлого. Есть ребенок, много общего у вас. Поэтому, ну, конечно, Денис. Конечно, Денис. Ну, посмотрим, она сделает выбор. Это советы. А посмотрим, какой она сделает выбор. А я считаю, что вот в начале программы говорила о том, что Бог сначала плохих посылает, а потом дает мужчину, которого вы должны хранить как дар. Вот очень, мне кажется, как раз та самая ситуация. Услышал и влюбит. Наверное, не так нагрешили, что это. И ребеночек в дар. Я считаю, что я благословляю. Александр, ничего, будете внимательнее, мудрее, поддержите парня. Все у вас будет сладиться хорошо. Александр, ничего, молодость единственный недостаток, который проходит. Ты выйдешь, или если она выберет тебя? Думаю, да. Думаю, что тут думать? Да. Правильно, надо выходить, молодец. Несмотря на то, что совместимость у вас лучше с Александром, я вам советую второго Дениса. Я считаю, что ему в 33 года уже пора заканчивать танцевать. И прежде чем он женится, пройдет еще какое-то время. У вас будет возможность к нему присмотреться. Как я уже говорила, вы с ним оба внутри устроены одинаково и можете делать одинаковый выбор. Мне кажется, что он покажет вам мир мужчин с той стороны, с которой вы пока еще не видели. Мир мужчин, которые прислушиваются к своим желаниям и ведомы своими желаниями. Вам немножко этот мир хорошо бы изучить на его примере. Поэтому я за второго Дениса. Денис, как тебе, Наташа? Понравилось?
Да, Наташа понравилась. Я выйду, чтобы с ней пообщаться. Как, ну, может быть, у нас что-то и получится с ней. Слушайте свое сердце, Наташа. Оно вас точно не обманет. Мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Ирина, 22 года, номер 2802. Специалист по подбору персонала в кадровом агентстве. Познакомиться с высоким ухоженным славянином с правильными жизненными ориентирами. Татьяна, 24 года, номер 2803. Руководитель отдела развития в букмекерской компании. Хочет встретить серьезного, спокойного мужчину, который будет отпускать ее на девичники. Мы не знаем, будет Наталья одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти, чтобы ее поддержать. Очень приятно. Да, я спасибо. Тоже очень рада, что мы встретились. Пойдем. Пойдем. У нас есть пара Наталья и Александра. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Я предлагаю вам сыграть в русскую рулетку. Поверили? Поверил. Ой. Денег даже дал. Проклятый уран, квадратик Венере, но откуда там было взяться хорошему результату? Ну, при желании-то мы его и в космос отправим. Ну, покуражьтесь, ну, умоляю. Похоже на медсестричку такая. Если надо. На немецкую, из немецких фильмов для взрослых. Невеста выходила замуж в розовом платье светлом и с венком. Я слышал, что беременные девушки ведут себя очень странно.